откатило его, не знаешь? Часука, 60. У тебя не откатило его, Мидзай? Не-не. У меня все заебись. Какого хрена? Че? У меня печеньку откатило почему-то. А по-любому в Моссе уже в сумке валяется. Она у меня была. Ну, возможно, у Моссе. Если у Моссе нет, то ее откати. Ну, для того, чтобы вернули, нужен скрин. Бля. Ну, Войт снимал видео, не? А, скрин. А, все равно скрина-то нету. В принципе, если видео записывали, можете поскинуть ссылку ГМу. Пусть прописывает скотина. Это надо скрин, походу, от лица ее. Это ж видно, кому ушла печенька. Так там же паролу видно. Выиграл. Паролу-то видно, а вдруг она выкинула ее, либо это, что-то осветило другое. Попыток. Там сразу диск видно. Есть из-за чего париться, блин. Ты же сама сказала, что не будешь Т-10 собирать. У меня 2 Т-10 есть, я говорю к тому, что я не буду шлем покупать, например, на транс или на грудник, ну что они мне не нужны. Зачем тебе 2 Т-10? ДД. На анхолике? Угу. 4 Т-4. Бля, зачем я тогда покупала Т-10, алло? Не знаю. У меня было изначально 4 Т-4. 4 Т-4. Так, подбегайте быстрее. Пуляйте по одному мобу. Ну, дай Мосси этот токен, если ты этот, как его, все равно ты 4 будешь собирать. Забрал аж токен у него, говорит. Я забыла, нет токена. На анхолика здесь 4 Т4. Охренеть. Раз, 25 хм, да, ходит. Думаю, что Т4. Я, блядь, было 4 Т4, мне сказали 2 Т4, 2 Т10, одевайтесь. Кто ты сказал? Все анхолики, которых я знаю. Не знаю, это надо все тестить. Ну пока, ставь. Ну пока, ну лук ходит с этим, да? По-моему, ДПС вообще 2 Т10, 2 Т4 он хочет, ну. Так что может все быть, нормальный ДПС дает. Лимон, что стоишь, давай пуляем. Танки не спортим. Пуляем, мобов. Найн, законтролили меня. Ну, у тебя 4-4-4-10? 4-4. Идите, покаяние кидайте. Не знаю, какой-то трэш. Какой? Левый, ну, контроллер правый. Раздаем. По тактику дай. Сап. Я дам сап. По правому. По правому? Право это не лево, лимон нахуй. Какая разница. Большая, это тут, блядь, сейчас 20 этих, блядь. Так, там обов, ну. Вниз ведите, что все наверху стоит. Гаишнику также можно объяснять. Блять, какая разница? А кто взял сферу, она сама пропала? А, сапнул. Тактика ферни. Шредер. Это классно. Можно видные цепухи приступать. Мандира, покаяние. Я ее два раза взял, она просто исчезла. Фиры раздали, три паладина раздали фиры по мобам. Так ты контролируй мой.
Или вам по меткам еще давать контроль? Да зачем? Тут главное по тактику. Лейтенанта первым, если нет этого советника. Кто танчит? Я что ли? Сверху. Алло, блядь. Тактика-то еще не убили. Бьет там на лиса сапает. Так он сапает. Не забывай, он может танков сапать. Ну, было ж на шаме и на пале сапает. Ап-ап-ап. Ап-ап-ап. Мобов меньше хп, чем, блядь, бабычки. Тактика, ферните. Да фернул я уже его. Хорош, как раз. Все, добивайте его. Лейтенанта. Че акро на мне? Да могли не вести вниз, там все распилены. Блять, даже 100 душ еще нету, столько целка прошло. Половину уже. А у тебя сколько вольт? Сейчас два моба убьем, скажу. Ты не советник. Я командира задуплю. Потом притянем, чтоб он не давал бабку мне. Сколько душ, говоришь? 666. Да ладно. Ну ничего, где-то 700 будет. 700 с хером будет. Пару раз пофармить обычку и нормально можно будет. В принципе, если 25 хм еще ходить, то можно собрать за 2 кд 3. Тапните кто-нибудь. Так это, Тагри. Я ферну сразу, потому что. Короче, Димон, я поменял этот набор. Теперь набор от 255-го левела с убитым злучином. И лучше играйте здесь по лейтенанту, потому что лейтенант стакает эти дебафы. Да, меня сапнули, блин. Опять сапнул. Тактика фернить. Я сейчас ферну сам. Так, мульти на кинетике вместе с Гурским. Добраться. Остальные на босса. Да. А больше некому. Разве что шейпера, наверное, на сферы поставить, да? Пускай хилит, блядь, сферы. Для танков все то же самое. Надо брать средние мульти и гусло, чтобы, знаешь, чисто не было вот этого, знаете, я не буду шарыбить. Я не буду шарыбить. Ебать. Прикинь, если их хилишь, они на брутально. Я не знаю, что тут делать, тут ходить нельзя. Да. Тут можно ходить максимум 6 стаков, блядь. Можешь ползать. Можно больше даже. На пузе, сейчас червя рероль, но подходите, я буду ползать, блядь. На этих, нахуй, на локтях, ебать, передвигается. Я на двух. Я ногу сделаю, буду ползать, изи, блядь. Так, я стою чуть правее, ты давай левее иди. А ты тут не побегаешь особо. А чё за параша сверху летает? О, Мосс, а у тебя кость глута с собой? Или её тоже к нахуй? О, выпускай её, ёбан, брат. Пиздец. Её нахуй откатила. Сука! О, Ланы 13 на моб хп? Не, это моб обычный. Нахуй меня, это лимон, блядь. Или это вот эта хуйня? Которая пим-пим-пим-пим-пим. Нет. Так, какой... подожди, надо к дыму что на пул. У меня будет это возле 25 либо 30 лямов, то что не помню. Сука, кость глута, блядь, откатила. Ёб его идти. Так, Алиса, все то же самое, что в обычке, блядь. Только не бегай. Когда бегаешь, этот, на тебе стаки вешаются. Ну там можешь прибежать некоторое время. Ребята, кто тут еще ни разу не был? Мульти, ты был тут, блядь? Нет. А что ты слушаешь его, блядь?
Да он реально не был, бля, Войд. Че вы орете? Я серьезно не был Войд. Я вообще до Сируса не играл в ПВЕ никогда и нигде. Мульти, короче, не бегаем. Чаще. Да, мы же не на приколе сидим, в натуре тебе говорим. Вот, ну типа, мне 16 лет, мне нехуй делать, я сижу типа Русти. Я серьезно тут не был? Отвечаю, в Гере я не был, в 25 в обычке был, в Гере не был вообще нигде. Короче, мультисаки вешает, если ты бегаешь. Да разберется, что он глупый, что ли? Тем более, ну не глупый, пацан. Видите, вот, когда вы бежите, на вас таки вешается. Чтобы сбросить, надо постоять на месте. Прожимку отдавайте, если стаки. Дубовая жопа, там всякие ваши дефы. Урон магический. Отбежали друг от друга. Нихуя себе она падает! Кланы. И еще кланы захуярено. Паки десету, точечно. Точечно паки десету. Станек слева. Да, че надо? Блять, ударил, ударил, давай, давай. Давай, я бью все давно. Че туда быстро так? Да я хуй знаю, блять, они тут пиздец пускают. Юниц не стак и мосса. Дубовую жопу. Прожим. Блять, меня откинули. Да, у мосика. Урон наносится, именно когда новая идет. Да, 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 когда при движении. Кто умер? Алиса. Понятно, можно ложиться. Диман, дайте. Алиса бомж. Это багровый упал. Короче, я думаю, что вам не нужно бить Келесета, вот что я думаю. Нужно просто подождать, пока у него фаза пройдет. Но не забывайте, этот, от стена еще вихря чуть-чуть отойти. Его видно. Да тут ни у кого шема нету, ёпта. Ну, у меня, по крайней мере... Ну, кроме бури, ты можешь всем бить. Да. Нет, правосудием не может. Нет. Чего не может? С двумя Т4 не могу всем бить. Джага не могу. Потому что настакивается, и буря Т4 может ёбнуть нахуй на 40к. Тем временем шары никто не ты же бурю не используешь. А чё Алиса умерла? Там автокаст бури идёт. Автокаст. Упал, слева упал и шарик. Меня откинуло, меня откинуло вихрем, и, короче, упала сфера, да. Так ты подбегал обратно? Да. Ну, блядь, далеко бежать, я пока этот вихрь оббегу, пиздец. Падал он там за ступеньками, понял? А я стоял перед ступеньками, а вихрь был на ступеньках. Нам это дерьмо, главное пройти, остальные легче будут. Ну, конечно. Угу. Блядь. Ну, ладно, а там чё, блядь, ты говоришь, как будто Милану какую-то не ёбнешь. С курсами всё проще будет, смотри, сколько у нас миликов. Да ладно, это хуже. Да нет. Ой, да, тут с нами уже, ты не забывай, с нами ДК танчит, а не Войд какой-то, блядь. Нихуя себе. Да я если б танчил, мы бы уже, блядь, пускай. Я тогда, блядь, Санёк нахуй на пульвал стоял на танке, на лане, блядь. Зато я ни разу не был в хэме, но я знаю тактику на лище в комнате. Побежали, побежали, остановились, пофиги, побежали, побежали. Изи, я смотрю, я готов. Вот, я почти готов к рейду, видишь? А если так. Это без. А если без метки ИРЛ, а что делать будешь? Бежать за всеми. Заходят все комнаты и все молчат, блядь. Все то же самое. Санёк, блядь, стоит в центре, блядь. На пульт Алдорама. Ебать, у тебя с агро, блядь, проблемы. А на пулу еще на тебя давай. Тут криво этот баг работает, не прыгайте. Побежали друг от друга. Вы не убегаете, не плохо убегаете. Меня замедлило, поэтому, блядь, не убежал.
О, Алиса, стой на месте. Смотри за пружинкой, чтоб тебя не откинула пружинка. Ядра не убивает. Над боссом падает. Если тебя откинет, ты потеряешь сферу, отдай незаменность. Гурь жонглирует там. Я пока достаю. Пружинка сзади. Мультер. Ядро. Маля, они пока у Гуры. Помогай, Санёк. Не могу. На ложе зацепил. Ядра и надо. Давай, я эту ты ту, я эту ты ту. Блять. Две нахуй. Три. Прохил. Где там она? Пружинка, осторожно. Отведи нахуй от келесета, блядь. Десять. Так, отходи. Я встаю. Смену цели. Да ну нахуй. Фанёк, подымай. Ба. Нормально, я гимн если что прочитаю. А чё там Геру давать? Давай, Геру. Давай. Кинетика, парни. Пять, опа, опа, раз. Да. Мне бегать. Вот эти пружинки меня бесят нахуй. Полонара забери. Да не бегите. Огонь. Я подвел, чтоб хилам. 16 стаков нахуй. Все маглухи. А, чтоб всех откинуло хилов, да, блядь, Эмили как-то. Кинетика падает возле келесета. Бам, нахуй. А лестница еще одна. Подымай, я тут держу. Включились волонары. Будь здоров. Разбежались друг от друга. А она всегда откидывает? Всегда откидывает. Если возле тебя кто-то еще стоит, тебе да, откидывает. Кинетика падает над боссами. Сука. Держи дальнюю. Окей, смотри, там сзади тебя. Еще одна падает. Я по центру взял. И сзади бери. Удалишь еще одну. Вижу. Над боссами. Я вижу. Вихрь, разбежали друг от друга. Блять. Пробуй лес. О, пропало, заебись. Лес ядро. Над боссом держи. За спиной все. Держу, за спиной, Гурыч. Я по центру взял. А есть тут? У двери одна. Двери, сейчас упадет. Двери, Гурский. Ага. Ядра забери с дверей, Алиса. Два ядра он стоит. За спиной. Пропало у меня, Гурыч, могу к тебе прийти. Давай, если. Давай. Ну не бей его, забери. Блядь. Не беги. Падает, готовь. Падает. Курыч, блядь. Я сейчас гимн прочитаю. Сакра КД 20 сек. Забери босса. Забрал. Багровый танк херовый. Давай лучше Алису возьмем. Реса ее, ШВ пока. Санек, сзади. Сфере забирай. Бью. Гимн читаю. Блять, пиздец. Эти просто кидают через всю локацию. Меня единственное, что бесит, это, блять, ебаные пружинки, нахуй. Чего кидают? Меня кидают через всю карту. Ну, дело как у груда, мы... Скинетика с пружинкой. Ужас. Не, ну это весело, конечно, было сейчас. Мне кажется, что этого босса под саппортами лупить нужно. Да, блядь, тут вообще-то надо нахуй лог, блядь, у которого опять может дамажить, а мой не может. А ты РДДшного пэта нахуй приручит. Который будет слуга. Давай сейчас телепортнусь нахуй, блядь. Какую змеюку знает, кто где находится, блядь. Может хоть плевками будет бить нахуй стоять. Ну а чё вы, блядь, смеётесь? На самом деле так и надо делать. Мне надо какой-то РДДшный пет ёбаный. Я так буду две кинетики держать. Драконодор разве что, блядь. А я его могу приручить? Вон на свете.
который ходит под лунным светом. Да, не факт, какая-то змеюка этот, ледяная. Нет, что? Есть змея, которая плюется ядом, я знаю. Драконодорчиков можно приучить, насколько я знаю. Даже не в БМ. А что они, блядь, кастуют чем-то? Они плюют дыхание, у них какое-то вроде есть. Ну, да, атака, он бьет мили. Он только плюет. Ну, они вроде мают крылья, летаются, хуйня. Ну, так он бьет просто так, вроде. Бля, надо что-то думать, нахуй. Двуголовый стреляет. Может, это дотки кидаешь на сферке? Так это БМ надо. Нет. Можешь сейчас покидать, кидал. Они работают тут. Чё, то есть в обычке, по крайней мере. Окей. То есть так. Доты тикают, и она поднимается? Да, да. Ебать, а чё ты нахуй не дотал, бля, у тебя 17 от секунд. От чумы было. Точно, от боли я так и не успел затестить. Так ты тоже яд кидай. У тебя тоже, Гурыч, первых две атаки, короче, в поглощение уходят? Нет. Или три? Да, у меня, блядь, там пиздец. У меня тоже. Первых так несколько атак. Так ты разбей и кидай доту, она типа дота будет поддерживать, я думаю. Лимон, ты слишком далеко его вводишь постоянно, этих боссов, а? Ресните людей, чё он ещё мёртвый лежит? Я лесу, чё? Ну, уже двоих. Кстати... Дот, если накидать и не кастить пытку, то есть скорость падения все равно перебьет доту, и она в результате упадет. А, ну видишь, значит... Ну, то есть оно чуть помогает. Я далеко держу, а из всех вихрей только на одном меня не откинуло. Это говорит о том, что вы милики не отбегаете. Желательно к Келесету милики не подходите, потому что большой шанс появляется, что пружинка появится возле танка, а Лиса, блядь, ее откинет нахуй. Она все сферы проебет. Ну, бегайте справа и к лестнице, потому что я да, все время летаю, лучше, вообще не каждом вихре я, блядь, лучше вы не убегаете. Алиса сдохла второй раз, это повод задуматься. Ее как раз, где она умерла, когда упала сфера. Набейте винар кто-нибудь. Ну, и меня откинуло в другую сторону карты, я ее не похер. Может, есть сопроты? Вайб был из-за того, что упала кинетика и раскидала всех по... Танка хотя бы. Танка откинула и ваншотнула танка, блядь, кастом. Все нормально. А у нас вайпы, потому что кинетика и падает. И будет, наверное, так, падает. Так, поставьте, короче, да, но вы медведь, тоже поставь это... тьмы, ауру. У меня от огня стоит. Поставь тьмы. Тут же стаки тьмой дамажит, а огонь... Ну он... ничего, что да, огонь да, меня... Да-да-да, я про мастера ауру люблю. Раздамажил меня огонь, блядь. Ну так расскажи мне, Маса, как... Осталось у меня 2 КХП, блядь. Ребят, вы издеваетесь? Делаем так. Лимон, поставь каст ауру. Этот поставь от огня, как шредок. А ты поставь тьмы. Будете прожимать на босса, когда летит. Давай я тьмы шредок огонь ставь. Не должна падать. Когда будете выкрыть, прижмете мастер ауру, так все. Короче, на пул. Давай, танчи, сейчас сдохнешь, придется мне спекаться. Блядь. Какой-то багровый этот... Вообще отсутствует. Отрабатывай кое-где. Иса. Ты еще в ДД будешь кинетику третью бить, блядь, за ДК. Никто не врывайтесь, дайте время на агро. Так что, может, Геру с пула, не? Гера. А там только одно приключение идет сразу на Келесету. Ну ничего, 30 секунд, блядь, у нас есть. Это разбежались. Блядь, замедло, нахуй. Вот. За боссом. Ну я прожал тьму. Алиса, подойди ближе. Ж две достаешь пока, да? О, Талдрама. Кинетика, кинетика. Пружинка. Ёпта. Пиздец. Читайте за дамом, когда пишут, что она возле вас, уже убегает. Три бомбы. Помогай, Санёк. Раз упала. Сейчас вторая упадет. Упала вторая. Почти. Упала, блядь. Все это вайп. Дай прожимку. Да ничего не вайп. Не стоим, не бегаем. Мастер 19 стаков.
все нормально. Чё, Шивеном? Так, к Лисету никто не подходит. Гурского откинуло. Бомба, бомба сзади. Кинетика вдруг сзади, бомба. Санёк. Сука, давай, пошел вверх, блядь, по воздуху, ёбаный. Пружинка возле кинетика. Забирай ядро. Бомба. Над колесе. Справа мульт. Санёк, на тебе две. Справа мульт. И слева еще одна падает. Медведь. Помогите ему, я пока туда дойти не могу. Бля, я не успеваю, я побежал сразу. Ебать, но она падает, пиздец. Хоть эту удержи. Чем она ее, блядь, бить, если, сука, у меня все сплы нахуй в поглощение, она уже падает тем временем. Ой, блядь, прохитер рейс, поднимайте рейс, гим на хп. Жертву отдавай, лимон. КД, да, 3 вот секунд. Меня подъезжали. На лестнице бомба. По центральную заберу. Ханта заход, и кто там? Шаман за хили, вы, блядь. Я к нему не достаю бегать, я не буду, у меня 20 стаков. БР попробуй. Мусы и дерисы. 13 стаков. Я у двери ко входу. Кинетика там боссом. Да, да, да. Дай гим. Талдорама. Блять, упала опять, на. Не бегай, инстим на месте, вторая падает на центре. Да я вижу, бью. Лимона прохил, прохил танка. На платформе. Иди бей, у тебя нет. Падай в центре, падай. Блять, хилы, вы бегите, хотя бы централизуйтесь, ёбаный стыд. Пробуй моса поднять. Кинетик, пружинка, блять. Не туда побежал ты, мос. Кинетик. Я тебе полбоя нахуй пробегал, ну блять, прожал брусты, сука. Да все падает уже. Бля, я не могу две держать. Надо больше рейнджей, да? Три надо. Три надо, РДД, три, четыре. Ну чё, дам диван кому-нибудь тогда. Так, может вместо кого-то циот, Шансунга взять? Кто на одного босса хочет на замену? Давай, я у меня КД, я тут, типа, вместо мили, я на одного босса и все. Ну, либо меня, либо этот, Шредер. Флэш Шредер, китай ровно. Короче, надо будет мне пошерстить в нете. Пета? Да, блядь, так это не дело, я не могу вообще... Шредер, кинь ровно. Так, типа, как у этого. Я тоже пиздец. Надо у этого, типа, как у Лока. Понял, лети вместо меня. Ты вообще... Ну вообще, Санёк, не ханты должны держать, а Локи, нахуй, потому что они с Петом держат. Сам заходи, лети вместо меня, блядь, на этого босса. Ты на меня? Слышишь, а у нас такая же хуйня на циркуле была, что... Ну, у нас, блядь, волк по воздуху бегает, нахуй. Я понял. Не, мульти, то, что поглощение, это норм, то есть там дамаг все равно входит, то есть, и она поднимается. То есть, смотри, мне надо потратить... 3 ГКД, чтобы она начала подниматься. Это 3 секунды, понимаешь? 3 секунды, за 3 секунды, когда 2, я не могу физически этого сделать, блядь, своим классом. 3 секунды, она падает. Слишком быстро падает. Это не оправдание. Понял тебя. Я сейчас жезлом буду ее хуярить, да. У нас, короче, было... Бро, только я тебя дореснул. Джерри. Топ-игрок за все классы. И, короче, такой заходит на ханта, говорит. И говорит, ну, 25 дер. И говорит, блядь, соло могу держать, говорит, хантом. Говорит, ебать, спорим, говорит, ну, на ГП там, на чё он спорил. Хуяк, бой начинается. Он стреляет, такой, блядь, кинетика, хуяк падает.
Нормально. Держу в курсе, да? Зверем тут еще кадр. Бля, кто ж плюет-то? Чё за хуйня плюет? Короче, по кинетике врылого. И босса подбивать. Чекни потом на этот Google, какой моб на да я потом поищу, я знаю, что змей БМы берут обычно на арену. Но я не помню, или он дамажит этим плевком. Короче, тогда, Гурыч, слышишь, стой справа на ступеньках в начале, а Шансун слева, а я стану по центру ближе сюда, к этим дверям. Ой, какой хитрый-то. Шо? Так что, мы сюда придется и центр, и двери подбивать, а вам тут лево, право. Не, ну Гурыч, у Гурыча рейндж-то, он если что достанет, если она вот тут где-то будет падать. Если что, вы можете, конечно, взять саппорт. Тут она будет падать, он достанет. Это, считай, 3 РДДшника у вас идет, нахуй. Что, давайте чекаем, да погнали. Вы еще саппорты пьете, вообще ДПС, нахуй, по нулю. На лича посмотреть, давайте побыстрее. На лича посмотрите, короче. На лича посмотреть, тебя показали. Ничего, все готовы, чё там на пол? Чё, спул, а это будет? Где распул, давай? Шреддер, включи печать. Алло. Порч, Шреддер. Нахрен твоя самая. Гурыч! Я возьму. Это первый раз, пока мы вихри не откинул. Че ты сегодня стоишь и дебей? Там наберешь пару стаков вкуснее. Шреддер, включи печать порч. Бей Валанара, точечно, блядь. А не повиновением играть. Повиновением ты уменьшаешь дамаг, блядь. Толку с того, если дамаг не проходит по второму боссу. Агро реверс со второго. Стена еще вихрь на лучшей пере. Шреддер, ты будешь печать менять или чё? Шреддер, смени на повиновение, точечную цель набить. Сука, с третьего раза только, блядь, реагирует. Ты видишь, как это делаешь? Он сум хамдоту кидает. Может быть, на порчу, а не на повиновение. Я ему говорил, на порчу у него повиновение. Как рот ударом, алё. Снег твоя. Лимон, чё ты? Мосабер. Меняй сразу цель-то. Так и меняй цели. Так ты меняй цель. Валанар прошла, сразу в Талдорама свитчься, потому что по Талдораму я уже настакиваю печать. Над боссом, которого Снег подержал. Мосабер есть, нет? Прохил медведя, вставай. Я встал. На еще вихрь там рядом с хилами, ребят. Аккуратно, шейп, не двигайся тут. Говори просто пружинка, это быстрее. Че, по сферах легче идет? Валанару. Ой, Санек, поворачивайся и бей одну, какую выбери. Вихрь, Ренджу. Жу, набирайте, ребята, начало все-таки, блядь. Чё ты, Лимон, загипнотизировал его? Видишь, что он делает, бегает туда. Мук ебанулся. Блядь, одно я не удержал, походу откинуло. Сейчас еще одно откинет. Мультяну! Две. Три РДД толку нихуя, да? Одно, если кто-то втыкает, мы не потом всех откидывает. Логически, а вы как повтыкаете втроём-то, блядь? Два РДД лежат, падают. А чё за проблемы-то? Чё? Ну, свои у меня норм, типа... Я три дотки кидаю, как обычно, и пытка, и она быстро возвращается. Скидаю палец чума, и она уже вверх начинает подниматься. Дискон?
Да. Давай сейчас попробуем так сделать. Мосса, слышишь? Мосса, кинешь сейчас корни на какую-нибудь сферу. Возможно, она просто будет висеть в воздухе и не падать. Да какие корни? Вы видели, как просаживается рейд? Какие корни, блядь? Я места найти себе не могу, чтобы встать, чтобы всех достать. А вы еще хотите, чтобы я еще сферы корневал? Что вообще, блядь? Три РДД у нас. Два должны справляться, а не три. Блять, Мосса, два лока справятся, нахуй. Чё тебе не доходит, блять, нахуй? Не ругайтесь. Ты понимаешь, что нам надо по цели брать? Ты хоть раз их бил, что ты тут рассказываешь? У меня хан бисовый надо? На циркле. На циркле, блять? Ну так иди тут побей. Я на циркле в соло держу, нахуй. А тут не могу, блять, две поднять. Хуйню мне сейчас нужна, хуй, циркулем он мне затирает. Мне вообще похуй на циркуль твой. Так вот, на циркуле, если корни кинуть... Падают, потому что нет нахуй лока, я тебе еще раз объясняю. Ну нет лока, и что делать дальше? Ну все, нету в игре лока, что делать дальше? Ну все, сосать хуйно. Не ходить в целка? Да. Все, в игре нет лока, что ты предлагаешь? Ну, значит, что ты предлагал? И не будем мы закрывать ЦЛК вообще никогда в жизни. Да все, успокойтесь. Сейчас я. Блять, Мосса, не нервируй меня, пожалуйста. Да, понял? Не рассказывай мне игру, блять, за ханта тут нахуй не сиди. Предлагай выход. Потом поговорите. Предлагай выход, блять, я тебе предлагаю, скажи мне нахуй, блять, раз ты тут бисовый хант, нахуй, какой, блять, пец стреляется в РДД. Бро, чего он? Сидит должно, не должно, должно, не должно. Мне похуй, что ты говоришь должно, не должно, бля. Здесь все вайпы из-за того, что падают сферы, и обязательно что-то. Вот хан делает все правильно. Вот молодец, все зайдет. Причем тут это? Ты нахуй сказал, что ты не можешь корневать, все, бля. Че ты нахуй сейчас ищешь во мне проблему? Сделай нахуй ханта и повыебуйся, зайди в соло тут. Не, Мосса, ты не прав, блядь, да их завязывай. Не так легко бить, как кажется. Блядь, да рассказывай, сидит мне тут бисовый хант, я не похуй, блядь, хоть три бисовых у тебя их. Тихо. Я говорю сам факт в чем. От чего мы падаем? Вайпы от чего? Потому что это кинетика сдрочная падает, блядь. Вот, потому что если делать? Упала хоть одна, нас откидывают, все, уже начинаются проблемы. Пока мы добежим, куча стаков. Если на вихре, я стою, допустим, в рейндже, если хоть один ко мне случайно подошел, меня откинуло, все, начинается пиздец. Мне надо идти, она падает, или Гурыч подходит, чтобы ее подбить, у него падает, начинается пиздец сразу. Дело в кинетике. Сейчас давайте предлагать. Все понимают, что давайте дело в кинетике, но что с ней сделать, сейчас, блядь? Сейчас я расскажу, что сделать. Сейчас зайдем, я буду релить, и мы убьем с первого трая. Завязывайте базарить. Блядь, просто таких умных я уже тут встречал. Один, блядь, орет ВВК, да, нахуй, снимай берсу, снимай берсу. Ты тоже на самом деле не топ-хан. Ты, не кричи. Ты вспомнил Анну, сколько ты укусов проебывал. Сколько? Да, один? Пацаны, алло, ну завязывайте. Завязывайте его, не топ-хан. А когда мозг надо включить? Что ты не можешь? Мозг Огурский завязали. Что мозг? Где мозг, нахуй? Объясни, ты, блядь, меня начинаешь калить. Ну включи свой ебучий мозг. Дай ему. Пацаны, алло, мозг, а нахуй ты на личности переходишь? Ты хант, не топовый. Причем тут это вообще, блядь? Я обоим мут раздал. Это дичь какая-то, блядь. Просто жиры их не так просто бить, как кажется, блядь. Плюс на циркуле собака по воздуху бегает. Да на циркуле он Гурыч соло держит все сферы вообще, блядь, не напрягаясь, нахуй. А тут, ну, в обычке, по крайней мере. А тут он в обычке не может держать, блядь. Один. Он разрывается просто, блядь. А там он легко держит. Еще при этом кофе пьет одной рукой, блядь, и телевизор смотрит. А тут нет. Поэтому короче, тут не так просто, как кажется. Короче, мы пришли к тому, что... Сначала поиграйте за тот класс, за который хотите рассказать, а потом рассказывайте. И надо именно на циркуле. Просто ребят, нет, когда кто-то, как, просто когда так, кто-то ладно, все, кому-то завязали, хочет что-то объяснить, ребят. Не надо начинать со слов, а вот на циркуле. Вот просто не надо начинать с таких слов, и все деле, нормально. Слушайте, я просто хотел предложить небольшой абуз. Все началось с того, что я сказал, а на циркуле. Дело в том, что там, когда друль кидает корни на сферу, на любую, она и ее не дамажит, она просто в воздухе висит, потом соответственно, у нас на циркуле скилловые друли, вот,
брали какую-нибудь сферу далекую, ну, неудобную. И здесь это работает? Я не знаю, я хочу просто это проверить. Поэтому мы не будем это проверять. Как бы, ну, Борский, потратить там 2 секунды на каст корней и узнать, просто работает или нет, мне кажется, это не сложно. Не надо. Ну, не надо, так не надо. Че? Слышишь, я чекнул Google, небесный змей какой-то. Бьет молнией плюс дотает. Шоком? Да хуй его знает. Где он находится? А вот это, блядь, надо тоже чекать, нахуй. Тут написано только название, блядь. Ну, в этом пускает. Тысячи игр. Пускает, заходите. Тысячи игр. Моб этот есть. Угу, наверное, кстати. Там такое, кастует молния, ну, который там яйца еще берешь по квесту. Надо просто почекать. Ой, отходите. Точнее, кто зайдет, тот умрет. Ну, лучше выйти за дверь. Я пошел выйду. И уничтожьте наших врагов. Бесный змей. Че, заходите, мультик гурский. Захожу, не пускает. О, пускает. Как Гурского, на Гурского сагрится, если он побежит, я так понял. Пусть переговаривают сюда по кинетикам, по этим. Включил. Рыбу подставить? Его бафнуть можно, ханта. Да, я думаю, не за... Ну, хотя хрен знает, загрыз. У меня фулл баф всего. Этот... Не знаю, нахуй. Не пишет, где этот небесный, сука, змей. Не, ну, потом можете еще попробовать под саппортами бить. Это такое дело. Льется кровь.
Ядро забери слева. Два. Угу. Вот, я понял, как нужно избегать вихря. Нужно бежать в то время, пока он простует. Возьми с лестницы. Я на другом, нахуй знает где нахуй здесь. Заберу вот эту, ромб. Шансун, бей кружок, я ромб заберу. Он далеко стоял, от вихря отлетел. Я бью ромб. Пусть там стоит. Там и стоит. Медведя я просил. Шансун, я бью кружок. Не надо, не надо, я достаю. Я не успевал, я в тучу ману регенил, она появилась. Я бью ее. Моя чаша полна. У двери. Да, все, все, не макрушка. Моя чаша полна. И прольется кровь. Знаешь, вихрь. Дверь. Кружок тогда подбейте кто-то. Шреддер, проходите. Вообще я кружок забрал, слышь? Танк прохил. Все, танк упал. Не, блядь, надо пета искать, это, блядь, минус, блядь, 3DD, это бред, на. Теперь вы видите, насколько мы сильны. Пища для червей, никому не будет пощады. Я добивал до верху, чтобы даже ренджа, как ты говоришь. Сейчас нас откинуло, опять начался пиздец, когда нас откинуло, блядь. Пока не откинуло, все было нормально. Вот один раз нас вихрит, и все. Откинуло. Да, да, от вихря. На вихре, видишь, не отбегают люди. Там замедление вешается. Я возле ворот, где мы заходили, она падает в центре, я не дохожу, на мне, блядь, 8 стаков. В итоге, ну, пиздец начинается. Какая разница, сколько у тебя стаков? Ну, она быстро падает, я под замедлением, я, сука, еле иду, я хуй знает. Я под 20 стаками бегал, мне даже она слишком быстро падает. Один раз нас откинет, и все, это пиздец. Уходчиво. У вас ДБМ не пишет, что возле вас пружинка, типа, сотрясающий выход, блядь.
Смотри, ну, мастер, походу... Постоянно от вихря откидывает, ёпта. Если бежать, то надо бежать во время каста, как он кастует. Тогда еще есть шанс убежать. А когда он кастанул, она появляется, проходит полсекунды и сразу откидывает. Там нужно выбирать. Ну, ДДМ, когда возле тебя появляется, он объявляет до каста. Я тебе говорю, там кошачью реакцию надо иметь, чтобы успеть отбежать. Я только от одной успел отбежать за все трайны. Вито, я следил за костом. Я говорю, он появляется и сразу откидывает. Там нет, как на циркуле, вот этих там одна или две секунды. Да туда. что на циркуле, этот, блядь, ебаный, нахуй, все ссылаете. Да многие просто привыкли. Какой механизм? Циркуль, блядь, нахуй. Там, блядь, по кинетике ты ударил, она поднялась, а тут надо, нахуй, все скиллы потратить, чтобы она начала только подниматься, нахуй. Да-да, мою видно, стрелы полетят, Дивс. Подожди, я думаю, где пета взять? Надо пета где-то подумать взять, нахуй. Я его просто слетаю, приручу, блядь, и прилечу обратно. Короче, метку лучше вешать в том случае, если кого-то откинуло из нас, и надо, чтобы кто-то подассистил. А кто у нас? Метку, остальные милики абсолютно. Ну, если ну рядом с тобой две падают, я одну бью, меня откинуло, и тогда, чтобы ты подассистил. Ну, чтобы ты не искал ее полчаса, сразу тебе видно было, где она. Где тут змей, ебаный, ну? В этом. Тысячи игл, ядовитый облачный змей. Да похуй какой. Если, ну, типа, если трех РДД убрать и босса не дамажить, вы его не заковыряете сами? А когда они, смотри, как, блядь, вы долго бьете, еще 4 миллиона 800, он нихуя даже нахуй не отнимается. А будет у меня пет, я нахуй вообще, блядь, до второй кинетики буду с вами бить. А потом две кинетики я свободно держу сам. Можно попробовать, чтобы мы тупо с кинетики не слазили, даже не переключались там. А ты не успеваешь переключиться, потому что только твоя пропадает, новая появляется. Ну, нет смысла так. Я там дотки успеваю сделать, пока она спускается. Вы дотать успеваете, я там для особо. Ну я так, да, говорю. То есть я свою проебал, потому что в тучу ушел. Нет, Дэгдэмэдж лёг. Я сдох. Шреддер, ты опять с этой говненой печать? Поставь печать порчи. Бей порчи по Валанару. Шреддер, поставь печать порчи, ты запарил. Реально. Он никогда, блядь, не понимает этого. Так, что, блядь, такое ощущение, что, блядь, один раз поставил, отъебить. Круч справа, далеко. Все равно он с ней бьет, блядь. Не, я бью, это правда. Вот вперед, ключевые сферы, блять, в другом конце комнаты стоите, какого хуя. Все, шансон, я забрал. Или ты бьешь? Давай я. Давай, бей. Хорошо, бей. Угу, вот и третья. Вот и я бью тут. Хочешь, Шреддер стоит, смотри, он ничего не бьет, я вижу. Шреддер не бьет, босс. То есть звезду я бью? Печатает, блядь. Кружок мой. Одна появилась. Блядь, вторую бью. Полдорама бей. Лимон. Бью. Все, я достал до нее. Отлично. Я взял крестик.
Ну все, я бью звезду. Дискон? Нет. Нет. Блядь, залагал, все, бью. Нет. Звезда пропала. Вот, возьми меня сзади, все, бью. Мусорок. Вот что за милик сейчас подошел, Медвей, ты так подошел, неудобно, пиздец. Не могу, кинетику подбиваю. Даже не хрен бить, ты чё, бля, подбиваешь. Спасибо. Да без одного хила тут мне ходишь рыпаться, бля. Шаман сядет по мане, в итоге один ходит. Пошлите пока валю, я по эту, блядь, по рыскую планету, где-то, блядь, РДДшного пета какого-то. В 1000 игл приручи, попробую. Ну, по идее, блядь, даже по опа, они с вами должны так быстро падать. Что ты плюют. Да, Шредер, ты можешь мне объяснить, почему ты бьешь печатью повиновения, блядь? Аргумент, пожалуйста. Не просто я так хочу и не лечи меня. Вот аргумент. Мы про это поговорили, потом я тебе в приват объясню. Почему она, а не другая? Слушай. Если ты, блядь, не разбираешься в паладинах, сколько ты им играл, блядь? Ты хочешь сказать, что я в них меньше разбираюсь, чем ты? Да, меньше шесть... знаешь, чем я, блядь, или он, нахуй. Шесть лет. Шредер. Ну, что это показать или что, блядь? Шредер, по поводу меньше знаешь... Чтобы вам вылезло, нахер. Слушай, по поводу меньше знаешь или нет... До моего прихода ты сам признался, что не знал про макросы со старт-атаком. Когда я тебе... Я тебя их не использую, понимаете? Я написал, чтобы ты от меня отлип. Вырос ДПС, мне твои макросы нахер не сдали, потому что они не работают. Шредер, успокойтесь, Шредер, я сейчас объясню. Вы же, блядь, заебали, что вы до меня все время доебываетесь? Шредер, алло. Дайте своим классом, как вы умеете, блядь. Я тут... Шредер, ты меня послушать можешь, нет? Ты печатью повиновения, ты дмаг, не смотри на рекаунт. Почему? Потому что, во-первых, босса, не у обоих боссов, не у Толдорама, не у Аланара, не у обоих хп. Ты не бьешь как на трэше печати повиновения. Ты бьешь только по одному. Это впустую дымак твой в рекаунте пишет. Печатью повиновения ты бьешь точечно цель. Запомни это. Здесь тебе надо точечно бить. И больше дашь... Ну, подожди, я сейчас скриншот покажу. Че ты? Подожди, сейчас. Ну... Подожди, я бы сделал ДПС, когда вы почали доебываться. Свой и Медвея. Он лупит с одной печаткой, я луплю с другой. Смотрим в разницу. Причем тут ДПС, Шредер, подожди, я тебе по-другому объясню. Лич, нет, первая фаза. Объяснять. Стоп, Нулифлут, не надо объяснять, пошли обратно на совет. Сейчас я включу тебе печать повиновения, и ты, извини за выражение, конечно, отсосешь по ДПСу далеко и надолго. Хочешь это увидеть? Блин, так что ты, подожди. Нет, только ну ради его. Этого ходить мне двое, блядь. Я объясняю свою позицию, блядь. Потому что это тупой дамаг. Он не нужен никому. Нужен дамаг в босса, сука, в одну цель, включая ее на трэше. Шредер. Это то же самое. Символ, блядь, который дает тебе мастерство, и тебе не нужно брать лишние шмотки на мастерство. Можно взять на хас, на крит шмотки, блядь. Как ты, сука, не поймешь это? Я не говорю, что мой ДПС общий. Я посмотри, я по Валдерану вот так.
Короче, Шредер, давайте по-другому вести, если ты так не понимаешь. Вот два приста, я и Шансун. Мы приходим на лича. Первая фаза. Шансун бьет точечно лича, я просто нажал иссушение. Мы смотрим рекаунт. В итоге у меня 1,5 миллиона, у него 800. Но у меня 1,5 миллиона, но у меня в лича 300 тысяч, а у него 800. Он ливнул уже. Да это то же самое. Давно пора. Я думаю, тебя чего всегда в час, сука, кидаю? Послушайте, это те же АДК тупые, которые на личе играют в трэш, на валик раскидывают чуму, мор у них там ДПС 23к, потом смотришь по личу, блядь, 12-11к нахуй, на каком-то 16-м, они так все играют. АДК так все играют. А у них такая ротация. Ну, вот тут упало примерно тоже, если им печать включают, ты ФПС есть, даешь, 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 мод без нет. ГП. Он даже не понял, за что ты даешь. Он даже не понимает, за что ты нарвешь. Но он не в Дискорда ливнул. Он не в Дисе. А он мне так же выбесшивает до этого, блядь. Сука, я зря выкинул сейчас, блядь. Бать, ну как вот, это же очевидно, но почему люди не понимают это? Причем он меня вообще назвал своим базонком, нахуй. Я ему просто спросил, какие аргументы у тебя за печать повиновения. Вместо этого он начал говорить, блядь, что у меня доёбывает. Сука, ну как вот это называется? Вот они, блядь, птичка, стойте, блядь, сука. Задаешь им один вопрос, они, блядь, психуют. И чё? Я не услышал ответ на свой вопрос, блядь. Шредер ливнул нахуй. Не учите меня жить. Вот и весь ответ, блядь. Ну... Как бы, что я могу сказать? Же, это же самое, что на любом боссе обратно я просто буду спамить сушение. Пусть ГП сидит, мастерал обратно в инд заходи. Все. Лечу. Да бля, я лимон, увидел птичку, раздай, я не туда этот, полетел. Как его? Ну, кулачки МП5. Все. Ну сейчас я не хочу, сука, врываться, но блять, я сейчас... Не врывайся. Ну, человек немного так, не ладно, понимает, он зашел? Смотрит на рекаунт и все. Вы пока, если что, трэш бейте, Тёма, а я пока, блядь, себе приручу. Да, хорошо. Всё-таки. Войт, не переписывайся, танки тут, чек на готовность включи. Я, блядь, с птицей этой, блядь, получится. Давай, всё. Завязывайте. Погнали, Алис. А сейчас я еще Вальку не хилил. Блять. Так, блять, у нас в кнутах был тоже один такой коммерс, нахуй, какие. Он, блядь, на лече. Пока что. Ребят, играйте по охотницам, потому что они расстреливают очень сильно. Может, на лече АОЕ стан давал, чтоб ты понимал по трэшу, чтоб его танк не забирал. Ну серьезно, блядь. Я забыл, как его ником. Там, блядь, так разгонялся и ДПС, это везде. Шаркающий, да? Ну, шаркающий, да, забирали. Не, там, кстати, есть в кнутах какая-то одна баба, она пиздец. Танчит. Это там за паладина, это ужасно танчит. Ну, в плане ужасно неплохо, а очень хорошо. Ну, не объясни человеку, успокойся. Ну, скрин кинул. Он скрин кинул, типа, в два раза больше печатью повиновения нанес, чем ты, блядь, мщением. Но он только, блядь, вообще дает это в одному посылку. Чего ему печати, не печати? Какой он, блядь, приносит пользу? Какой от него КПД? Никакого, блядь. Ребят, завязывайте писаться, давайте трэш чистить. Выйдите, милики. Я надеюсь, это не БМ опять. Ну, два танка в одном месте. Это БМ, а это пиздец будет. Как называется его? Грозовой змей. Ну, это походу БМ. Мульти на ману зачитай. БМовский думаешь? Ну, чё, что ты думаешь? Два хиль танка. Забери воительницу. Воительницу забери. Ну. Значит, сейчас отъеду. Алиса. Угу.
Ты заебись там в мелизоне, мастер. Да. Не, завязывайте писаться, давайте нахуй. Убивать трэш. А мне изгнание было. Воительницу, что это надо воительницу сделать? Еще с местати нам нададут и все. О, приручается она. Сейчас мы убьем. Надеюсь, он стреляет. Встаем, побежали. Я уже почти добили. Ну так остальные могли встать и побежать. А если вы дальше зайдете, там не пусть, там бой будет. Чересник всех. Давайте, портуть. Все хрестнули. Так, Войт Шаман еще. Да не то, что колба, блядь, да успокойся ты нахер. Если я включу печать повиновения, блядь, отсосут здесь все по ДПСу, потому что я этот бить по двум целям. Он имеет в виду, она прыгает. У меня будет 20к нахуй. Он имеет в виду в одну цель. Да, блядь, там пишется в рекаунте нахуй, так же, блядь, урон, какой ты нанесешь. Там он пустой имеет... дамаг не пишет, ёпта. Так он имеет, что по паталораму именно идет больше дэмэджа. То есть печать поновения прыгает. Сколько она цели бьет? 3 или 4? 3 цели она прыгает, пойми. Когда вот он начинает когда... дэмажить, он начинает дэмажить с этим, как его, с печатью поновения по пустой цели. Дэмаг тоже в рекаунт записывается. Так он пытается. Почему сказать, я держу первое есть? Место? Потому что я бью, блядь, по пустой цели, нахуй, паталдораму, когда на килисета скинулась с Валанара. Я бью, начинаю стакать паталдораму. Просто виду, нехуй делать. Я имею в виду, он пытается сказать, что когда две цели и печать повиновения, он бьет, урон сначала идет по талдораму, потом кельсету и возвращается в талдорама назад. Но это его позиция. Ведь не знаю, я не тестил тут пала. Завязывайте. Не может она переходить, она наносится просто от одного и того же урона, блядь. До косаря этого дамага, блядь. По охотницам играем. И не катит этот змей. Не катит? А попробуй в этом, короче... Попробуй сделать БМ. Не, не БМ. Есть в драконе... не в драконе, блядь. Как рядом. Седые холмы. А, там. Около крепости завоевателей. Там где-то... Там БМовские будут. Там БМовские? Скорее всего. Поищи Токанадора вон на свете через Google. А они чё бьют? Да чем? Они так же мили бьют вроде. Тут есть грозовое дыхание, но оно 10-секундным КД, блядь. Это долго очень. Надо типа что-то такого пета, как у Лока, блядь. Ебан, это странно.
Так, как мне вернуться к вам, заебись. Успокойся, мастера. Завязывайте нахуй, отлипли нахуй от гильчата, блять, и бьем этот трэш. Нахуй вы заебали писаться. Та-та, шо не спорил. Я следую этот, в субботу в 25-ку ему покажу, блять, как нахуй этот работает печати, блять. Повиновением, что ли, хочешь поиграть? Я повиновением по совету поиграю, нахуй. Его заставлю повиновением поиграть. И больше, блять, этого вопроса не будет, нахуй. Просто если, блядь, человек упертый, ему надо показать на деле. Вот и все. Ебать, все элементарно делается. Зачем тебе включать печать повиновения? Заходишь туда вот и, блядь, делаешь три танка. И пусть своей печатью хоть сдохнет там бьет. Бой, что ты ему отменил? Нахуй, 400 прибавляй обратно, или иначе на я прибавлю. 500 покинул рейд. Ты шаман соло захилишь или нет? Никаких нахуй отмен. А, я знаю. Я на Сирусе ни разу не хилил. Может, здесь это... Скорее всего, как и на циркуле, блядь, печать... стаки набираются и дамажат тебя эти... Ну, стаки подемажат, да, стаки, да, короче, тебя стак дамажит. Короче, красные стаки, а не зеленые. Я в ДЦ. Давай. Бля, Гурского надо сумонить. Вы уже дошли туда? Да. Да, у меня камень в КД, я что-то, блядь, взял, сразу портанулся. Да, успокойся.